А что у нас там в итоге по этому-то? По картошке, где выгодно продавать и когда? Может быть, в элеватор загрузить также? Не, вон в январе самая высокая, в феврале 209 и ниже, ниже, ниже. Поэтому сейчас самое выгодное будет продать. Но это тоже как бы это график предыдущего года. То есть в этом году-то может все поменяться. Ну, а может меньше будет? Может быть так. Картофель якобы в пике он продавался за 209. А сейчас в золотом венце 208. О, ну все, можно просто сливать. Ну да, я говорю, можно сразу. Мне кажется, что смысла нет ждать. Угу. Конечно, там может быть и 210, 212. Ну, блин, разница в пару баксов. Ну да. Ну, пару тысяч сейчас я возьму с вот этой картошки. Тем временем прицеп забрал, еду на выигру, на загрузку. Ура! Главное, чтоб не пришлось сейчас два раза ездить. Угу. Это много чеков? Блин, что-то я не запомнил. Ну да, прилично как бы. Прицеп большой, там много влезает. Тем более они маленькие. Чётко. Литров 100 буквально. 10 ведер выгрузил. Открыл, закрыл. Ну все, 36 тонн умножаем на 26 на 320. Ну-ка, да. Математики в районе 8 тысяч. Это где умножаешь? Что умножаешь? 26 тысяч на 208. Ну, на 208. А ты говоришь на 306. А. 208 okay. На 26. 54 тысячи, что ли? Или 5400? 5400. Так, control. О, 209. Надо же, даже выросла цена. Так, она начнет падать. Где это золотой? А, это на поезде надо, нифига. Ну да, выгружай, короче, тогда в элеватор, прям рядышком там. Ага. И пофигу, пусть стоит. Может пригодится. Картошка? А, ну нет. Хотя картошка, да. Там надо поезд поймать за 2000 баксов. Арендовать, типа. Блин, это половина только уйдет на это. Да, ну да, кстати, тут выгодно на поезде, знаешь, когда у тебя уже куча всего разного накопится. Ага. Да пофиг. А там на нем много бункеров для хранения? Ну, в смысле, в поезде. Ну, вроде как, либо два, либо три. Потому что, может, там у нас наберется, там и кукуруза, и картошка. Да-да-да, я вот про то же. Не помню. Ладно, тогда выгружу. Как-то по-хорошему продать, чтобы уже как бы купить поле свое. Хочется. Ну это тогда куда надо сейчас? Либо в закусочную, либо в форму зерно юг, это где? Форму зерно юг. А, ну это типа фабрика. А там по 174. Ну да. 184 там, где я сейчас задавал. 183 в Джонсонс ферме. Ага. Либо ждать поезд. Даже не знаю, что посоветовать. Да пофигу, сливай. В Джонсонс. Я не думаю, что там, где корм и зерно, юг, типа там со 174 поднимется до 186. Ой, а там даже выгоднее получается продать сразу. Где, в Джонсонсе? Да, да, да. Получается 4700. А в этой, если в золотой венец, то 5400, но 2500 нужно будет за... Сейчас. Но у нас как бы в бункере, там еще куча других лежит. Ну это уже на чём. У нас там овес, 2 тонны литра, пшеница тонна, картофеля 2 тонны, кстати, там лежат. Чё? Чё там? 323 доллара от продажи урожая. Да, это я
Да, я поменял. Для выдачи. Сейчас нормально будет. О, побежали. Я через зерновой просто этот, через зерновую дырку выгружал. 4 ну, тысячи. Можно вставать там как-то. Ну все, я подъезжаю сдавать. Текс. Какая у нас тут зона разгрузки? Справа. А просто с прицепом подъезжай туда. А ну прям с прицепа подашь. Я поштучно хочу смотреть. Ух ты, нифига кучу набрал. 58. У меня два контракта, и оба нужно ввести сюда. Получается. Так, контракт 18 завершен. 500. Так. А вы как? И перекупщик животных тут же, да, у нас тоже тут. Так. Нифига, много осталось. Блин, и можно как бы это оставить себе. Или пофиг. Ну, да, можно там у магазина свалить пока в кучу. Так-то по сути они нам не нужны, у нас животных явно не скоро будет. Ну, в принципе, так что да. Поэтому смотреть просто, где лучше сдать. Это у нас что? Это у нас... На покос травы часто контракты бывают, поэтому... Это у нас будет набрать. Сено, перекупщик животных. Ну, якобы в январе до 62, но сейчас цена падает. Да пофиг. Они еще копеечные. Ну... Четко. Все. На этом наш рабочий день завершен. Картофеля собрать. Сбор картофеля собрать. 52 тысячи. Ой, нормас. Так. У нас там в сборке осталось две свеклы и хлопок. Ну и давай. Не знаю, тюкование. Оставить пока на всякий случай. Всего 4000. Так, ну и что у нас там по полю-то в итоге? Все равно мы хер купим это. 40. Какое мы хотели там? 52-е? За 140 тысяч, кстати, купим. Да, давай. Берем сразу? Ну, а чё нет? Гулять так гулять. Погнали посмотрим туда поближе. О, тут еще один тюк валяется. У тебя улетел, походу. Я его продам. Или на ты продай, у тебя он не падает, когда ты бегаешь. У меня падает сразу. Так, а где у нас точка продажи? Что-то я заблудился. Рядом с прицепом. А, вот. Дорогой, вышел. Ага. Видимо, но это явно не с этого прицепа. Ну, ты большой, наверное, упаковал. Ну, вот это, кстати, прикольно, 45-е тоже. А чё тут кукурузу? Урожай созрел. Чё, берем и сразу убираем? Ну да, я думаю, можно. Это 14-е получается. Забрался. Ну все. Давай, участки. Бам. Буф. Минус 140 тысяч. Вот оно. Вот оно наши плоды.